Сыктывкаре изменились вывески, они стали единообразнее и лаконичнее, вот как на этом здании. Ну, наверное, да. Вот на этом здании заметила. Не знаю, нормально. Нет, не заметил. Наверное, да, рекламы стало меньше. Нет, не заметил. Я так много не хожу, не обращаю внимания. Может быть. Меньше рекламы стало. Кондиционеры как-то не замечаю, а именно всяких вот этих баннеров. Если честно, не очень. Ну, на остановках, да, остановки все убрали, которые были с рекламами. Да, заметил. Вам подобные изменения нравятся? Нравятся, да. О чем конкретно? Ну, не так ярко выделяется, более красиво смотрится город. Конечно. Нет, не заметила. Я на улице не гуляю, а мне это без разницы. Знаете, я на них особое внимание не обращаю. Не обращала внимания, если честно. Конечно, заметила. Эти изменения вам нравятся? Очень нравятся, потому что это приобретает какой-то эстетический облик в городе. И, ну, конечно, это на пользу города. Не обращаю внимания на такие вещи. Ну, новых не появилось, это точно. Вот старый как-то они уже пригласно мылился, а новых, по крайней мере, я не заметила. Посмотрите, какой у нас центр города сейчас стал. Во-первых, реклама вся стала одинакова. Дома стали опрятнее выглядеть. Более того, облик города, он становится, то есть лицо становится понятнее. А рекламные? Да. Ну, если только помельче, ну, вроде есть, да, такое. Вам такие изменения нравятся? Ну, конечно, чем меньше рекламы бросается в глаза, тем лучше. Ну, магнит, пятерочка, конечно, однообразная у всех магазинов одни и те же. Подобные изменения, то, что вывески стали меньше, фасады не загораживают, вам нравится? Ну, наверное, да, лаконичнее, не такие большие. Все, что большое, по-моему, немножко вульгарно.